ну что сейчас было училище связи, артиллерийское, а сейчас что у нас здесь? У меня, оказывается, одноклассник знаменитость. Да чем? Друг мой был, да. Он, короче, Валерка Горбачев. Он приехал с Воркуты. Где-то в классе шестом или четвертом к нам приехал в класс. И мы с ним дружили. А он жил на Лермонтова, где Балахонова. Ага. И он, у меня же там никого рядом на Серова не было, одноклассника. В основном на Братском жили, вот там на Лермонтова жили. Мои одноклассники. Он говорит, приходи. И вот он на гитаре хорошо играл. А потом, значит, решил он в военное училище поступать. На бокс мы с ним ходили, в это, вот, на Ташле, там вот это ж, дворец спорта, да, спорта был. Там три раза мы походили, да, весь. И он в военное училище решил поступать. Начал там учиться-то. То троечник был, четверки, пятерки, с учителями договаривался, зачеты какие-то в 10 классе он там сдавал. Короче, попал в училище связи. Ну там же это дедовщина была между курсами. Организовал он драку. Короче, локтем как-то нечаянно задел прапорщика. Его в Афганистан, короче, отправили. Ага. В Афганистан его отправили, ну это я уже не знал, это после армии он мне говорил. С армии пришел, смотрю, едет со мной, на троллейбусе работал. Он говорит, а я политехе учусь. Я говорю, а как же училище связи? Да, говорит, так и так вот. Драка была, потом в Афгане, говорит, ранение получил. Короче, комиссовали, и от политех устроился. И, говорит, вот на гитаре со специалистами там узнавал, вот, ездил там, короче, куда-то. Он говорит, ну да, он песни же сочинял. Говорит, у тебя получается. И потом случайно, раз в интернете нахожу, Валерий Горбачев, бард, в Москве живет. Ага. Нифига себе. И кем он? Короче, он поехал, у него как дальше получилось? Он поехал в Грозный, стал солистом Грозненской филармонии. Ага. Потом уехал в Москву, организовал ну, группу там, Кузнечный мост, полно альбомов повыпускал. Да, он даже Али Пугачевой песни какие-то писал. А мы же вот день рождения было, мне одноклассник звонит. Я говорю, что ты, я говорю, Валерика Горбачева поискал, и как искал? Говорю, нету его нигде. Говорит, а ты зайди, говорит, набери бард. Говорит, мне сын нашел, говорит. И вот это ж я набрал, точно, есть знаменитость. Он говорит, ты смотри, если там написано композитора, если Алла Пугачева исполняет пенсию, композитор внизу. Если туда, он говорит, там бывает. Что, а, Валерий прям по Горбачеву. Вот такая она знаменитость, короче, одноклассник у меня. Вот так, приятно. Конечно. И ты дружил. Да, мы вообще не разлей вода были. А он хорошо играл. Вот здесь на площади Ленина мы с одноклассниками гуляли здесь. Да что, районов-то не было. В основном здесь центр все же ходили. И в переходе, дождь застал, и в переходе стали. И он на гитаре там играет. Хорошие песни у него были. А там коробка какая-то лежала. И начали люди туда деньги кидать. Да мы обалдели. Ну, честно говоря, сейчас мне его песни не нравятся. Я их не понимаю. Я патриотические песни не сильно люблю. Ну, есть у него хорошие песни, ну. Пацанам он лучше пел, и голос, конечно, у нее сейчас другой стал. А что ты в Ваенге не стала? То она часто пела, пела, а теперь... Я не знаю, там же... Это ж такая система шоу-бизнес. Ну, так Валерик. Ну, в одноклассниках его нет, а то бы я ему написал, конечно. Кенты были не разлей вода. Он такой молодец. Вот он шустрый был, вот шустрый. Я же говорю, строечников, в отличники выбился. Да, уже приехали почти. Сейчас я посмотрю, где б нам встать. Да, хоть бы встал здесь. Так, полно. Вот есть. Да, полно. Ой, отлично, нет. Место есть. Да, и полно. Ты обычно ой, здесь спасибо. Не станешь. Не станешь. Ну, побежала последние. Хорошо. Дела заканчивать. Плохие, Юрасик. Да, да. Рассчитывай здесь с долгами. Меха тогда приобретаем. А потом в Лабинск поедем за мехами. Да.
по городу с девочкой катаемся. Вспомнил своего одноклассника, знаменитость у нас. Валерий Горбачев. Да, друзья были такие, не разлей вода, можно сказать.